Проблемы оплаты долгов предприятий ЖКХ за коммунальные услуги теперь будут решаться жестче. В Хакасии работает специальная комиссия по урегулированию задолженности. Главные участники – это муниципалитеты и, в частности, предприятия коммунального комплекса. Сегодня Минстрой занялся проблемами 5 территорий – Аскисского, Ширинского, Багратского района, Устьебаканского и Черногорска. Город угольщиков на особом счету. Здесь базируется одно из крупнейших предприятий ЖКХ республики – ХакТЭК. Главная задача тепловиков – благополучно довести до финала отопительный сезон. Заранее проработаны договора поставок, и вот угольщики исполняют свои обязанности, привозят обязательства. Но мы, в свою очередь, немного их подводим, но я надеюсь, как раз энергосбытом все-таки решится вопрос положительно, и мы все, что должны будем, все отдадим, все рассчитаемся. Разбор полетов по каждому району не обходился без жалоб на население. Должники есть повсеместно. Работают с ними и коммунальщики, и судебные приставы. Кстати, к последним у муниципалитетов немало претензий. Собираемость долгов низкая, считают чиновники. Суммы же копятся сотнями тысяч. В абсолютных цифрах население сегодня должно предприятиям жилищно-коммунального хозяйства более 670 миллионов рублей. Но обращаем внимание, это прямая задолженность населения. Там, где у нас в цепочке предоставления услуг нет управляющих компаний. То есть если мы прибавим еще задолженность управляющих компаний, то мы получим сумму почти в 1 000 000 000 рублей. Ширинский и Аскисский районы в вопросах долгов за электроэнергию были представлены как одни из самых проблемных. Подводят территории села Вершина Тёя, Аскис и Коммунар. У местных властей своя правда. Задолженность района вроде бы или как бы перед Хакас энергосбытом, да, в пределах 150 миллионов. Но никто не говорит о том, что 62 миллиона – это задолженность складов коммунарского сельского вет в связи с тем, что там были ветхие линии в течение 7 лет. До сегодняшнего дня, да, мы или коммунарский сельсовет не может реализовать эти линии. В общей сложности сегодня кредиторская задолженность предприятий ЖКХ республики за свет, уголь, воду, тепло достигла уже почти 2 миллиардов рублей. В свою очередь компаниям ЖКХ, население, муниципалитеты, республика задолжали порядка 2,5 миллиардов. Ликвидировав эту сумму, можно было бы забыть и о первой, говорят коммунальщики. Но пока все это из разряда нереального. Наталья Громашова, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. Дождемся, я надеюсь, что представят адрес руководителя.